На выставке CES 2015 в Лас-Вегасе, мне кажется, каждая вторая компания, вплоть до тех, кто занимается аксессуарами с Hello Kitty и ребятами, которые делают автоматы для попкорна, привезли свои носимые гаджеты. Вот компания Alcatel тоже привезла свой носимый гаджет. Это умные часы. Вот так выглядят часы. Называются Alcatel One Touch Watch. Бюджетные. Экран 1,22 дюйма, толщина 10,5 мм. Процессор ST Microelectronics SRM429. Электронный компас, акселерометр, альтиметр, гироскоп и датчик сердечного ритма вот здесь вот внутри. Любопытно, что Alcatel отказалась от установки сюда Android Wear и сказала, что система недостаточно сбалансированная. Но зато здесь стоит свое меню, своя система, которая спаривается со смартфонами не только под управлением Android версии 4.3 и выше, но и с гаджетами Apple под управлением iOS 7 и выше. Пока что это все, что можно увидеть на экране. Вообще, часы по-хорошему бы надеть, как следует спарить со смартфоном, и тогда все будет видно. Но вот, да, вообще ничего не происходит. Проверили все часы. No new notification и все. Да. Часы, естественно, снять нельзя, они тут на замке. Гаджет умеет считать количество сожженных калорий, все как обычно, проведенные шаги и похожие другие показатели. Внутри NFC, модуль Bluetooth 4.0 и аккумулятор на 210 мАч. Обещают 2-5 дней автономной работы. Приятно то, что это Alcatel, но не потому, что это конкретно Alcatel, а потому что у Alcatel гаджеты, как правило, не очень дорогие. Все правда, часы в минимальной конфигурации, в минимальной стоимости будут стоить всего, ну как всего, $150. Все мы знаем, что часы от Motorola с круглым экраном стоят $249, и это считается недорого, а тут вот $150. Конечно, часы чуть проще, но в целом очень даже ничего.